Добрый день, дорогие зрители. Сейчас мы что готовим? Мы готовим аджику для тех, кто не успел приготовить его летом. Здесь у нас томат, чуть меньше половины. Томат обычный из магазина, магазинный томат. Добавляем сюда чеснок. Добавляем чеснок. Хорошенько его перемешиваем. Размельченный чеснок добавляем и перемешиваем хорошенько его. Перемешиваем. И после чеснока мы добавляем красный перец. Щепотку красного перца для любителя по вкусу. Кто как любит перец, кто острый любит, кто любит чуть-чуть такой сладкий. После перца мы добавляем 1 чайную ложку. Ложку яблочного уксуса. 1 чайную ложку яблочного уксуса. Тоже перемешиваем. Добавляем мелко нарезанную петрушку. 1 пучок петрушки. Добавляем сюда мелко нарезанную петрушку. Чеснок 3-4 нормального зубчика. На мелкой терке натираем. Ну, где-то 1 столовую ложку чеснока добавляем. Петрушку. Здесь все чисто. Перемешиваем. И самое главное, что мы сюда добавляем, это сок от соленых помидоров, рассол. Рассол помидоров. Вот. Добавляем сколько? Пока, ну, этот, полную вот эту банку. Полностью вот. Добавляем и перемешиваем. Рассол соленых помидоров. Там есть у нас и чеснок, вкус чеснока. Перец тоже есть. Перемешиваем. Вот наша зимняя аджика. Это для тех, кто летом не успел приготовить аджику. Получается очень вкусно. И еще соль тоже добавьте по вкусу. Вот наша аджика готова. Это наша готовая аджика.